Эй, мистер, собаку не видели? Большой, черная шерсть, как щенок за мячиками бегает, но уже довольно старый. Нет, не видел я здесь никаких собак. Дружок уличный, но приходит каждый день, чтобы поиграть со мной. Я бы взял его домой, но дядя не разрешает. Может, когда-нибудь? Я бы хотел иметь собаку. Они прикольные. Прикольные? Они куда круче! Вот, смотрите сами. У собаки на 112 костей больше, чем у человека. И температура тела выше. Но у дружка всегда холодный нос. И это неправда, что они все видят черно-белым. У меня два мячика. Но дружок всегда приносит синий. Это его любимый. Мне жаль, малыш, но я тороплюсь. Если я увижу дружка, я дам тебе знать. Спасибо. Да, и не обижайтесь, если он убежит от вас. Со мной он играет, но не с незнакомцами. Буду иметь это в виду. Может, еще можно все как-нибудь исправить? Ты можешь все исправить. Чем-то озабочен? Смотри, Урбан, твой любопытный друг вернулся. Работу нашел? Пока не везет. Здесь нужно не везение, а характер. Как у тебя? Смело. Ладно, чего жаждет твоя голодная душа? Такой, как ты, должен много знать. Что ж, не буду это отрицать. Может, кто-то нашептал тебе, что случилось с Лукасом? Знаешь, я слышал, что в городе появился пилигрим. Любопытный. Сует нос в чужие дела, путается под ногами. Очень похож на тебя. Не может быть совпадением. Может, может. Я в них не верю. Так ты знаешь что-нибудь о смерти Лукаса? Это дорогая информация. Тебе не по карману. Давай я отработаю. Есть работа для меня? Отдай резюме секретарю, и мы с тобой свяжемся. Да хорош уже. Я не шучу. Ведешь себя, будто ты тут хозяин. Это чертовски смело. Люблю таких людей. Или лучше сказать, пилигримов? Ладно, у меня есть небольшое задание для такого крутого парня. Справишься с ним, и мы увидим, чего ты стоишь. Что нужно делать? Пустяк. Найти парня, который опоздал с доставкой моего заказа. Он несколько дней не выходит на связь, возможно, прячется от меня. Обычно он не заставляет меня ждать, как и остальные. Кто он? Хуберт. Мы зовем его рукожопым Хуби. Знаю его. Подходящее прозвище. Узнай, что с ним случилось на этот раз. Хорошо. Я вернусь, когда с ним поговорю. Он живет в самом высоком здании на окраине Тринити-Корт у базара в Хорсшу. Мимо не пройдешь, но вот как его найти, уже другая история. Зачем? Хуби не просто скупщик краденого, он делает деньги на всем и прячется от половины города. Хуберт параноик. Живет как крыса в лабиринте ради безопасности. Нужно будет забраться наверх и найти один из его тайных ходов. Я справлюсь. Назови ему пароль «Сайонара», и он поймет, что ты от меня. Понял. Я не уйду сегодня с базара. Ветер дует с востока. Дурной знак. Я требую встречи с Карлом. Убейте его!
Эй! Убирайся! Я тебя предупредил! Вали из моего дома! Как ты нашел мой тайный проход? Вот это тайный проход. Предполагалось, что он будет таким. Но тебе не повезло, приятель. Я все еще ничего ни о чем не знаю. Меня прислал Лавкач. Лавкач? Что? Он велел мне сказать сайонара. Вспоминаешь? Ладно, черт. С этого нужно было начинать. Лавкач ждет свой заказ. Ха, еще бы. Ты видишь? Это сломанная нога. Вот почему у меня нет того, что нужно Лавкачу. Тебе помочь? Не. Стой. Не возвращайся к нему. Он узнает, что я провалил дело, и мне крышка. А что мне ему сказать? Неважно, ему плевать. Он подумает, что я пытаюсь его наколоть. Эй, ты можешь сходить туда за меня? Осмотри склад на подземной парковке на улице Святого Иосифа. Перелезь через ограду прямо перед массажным салоном, войди в здание и спустись по лифтовой шахте. Не тараторь, помедленнее. Сначала скажи, что мне искать, раз уж тебе нужна помощь. Контейнеры ВГМ, если верить слухам, дошедшим до Лавкача. Там была военная база, созданная в первые дни после вспышки. А там, где военные, обычно всегда целая куча припасов. Каких припасов? Я не знаю, но обычно это хорошие вещи, изготовленные до эпидемии. Военным всегда доставалось самое лучшее. Лекарства, выпивка, все что угодно. Ха. Неудивительно, что Лавкач так хочет это заполучить. Да, вот еще что. Возьми эти петарды и попробуй, ладно? Это стало бы большим успехом для всех нас, но... Но сейчас я выбыл из гонки. Буквально. Что с твоей ногой? Наткнулся на бандитов по дороге туда. Еле ноги унес. Если ты это не сделаешь, Лавкач меня кончит. Значит, это военная база? Да. После начала эпидемии они появились по всему городу. На базе есть помещение для военных и для штатских. У военных попадаются хорошие вещи. У штатских обычно больше зараженных, чем добычи. Ищи вход для военных и не промахнешься. Когда окажешься внутри, будь осторожен. Попасть на склад не так-то просто. Обычно там установлены генераторы. Найди их, чтобы включить ультрафиолет. Ха, он поможет тебе справиться с кусаками, что внутри. Зачем ты с ним работаешь? Ты серьезно? По той же причине, что и ты. Надо что-то делать, чтобы выжить. Он дает наводку, где искать вещи, а уже я иду туда. Если я нахожу хорошие вещи, я получаю свою долю. Мельчайшую.
крохи. Ты же знаешь таких, как Лавкач. Этого едва хватает на жизнь, но... Думаю, это лучше, чем ничего. Хуже всего, когда след ложный. Тогда хрен я что получаю. Такое не раз случалось. Но Лавкачу все похрен. У него много таких ребят, как я. Понял. Вернусь, как смогу. Спасибо. Помогая мне, ты спасаешь мою задницу, приятель. Но я бы подождал ночи, прежде чем туда идти. Обе зоны сейчас должны просто кишеть зараженными. Спасибо за совет. Не могу сказать, что я в безнадежном положении, но поспеши, а? Нужна? Мы в порядке, спасибо. Что случилось? До нас дошли слухи об этом гараже. Мы решили, что это будет легкая прогулка, но ошиблись, идиоты. Эй, зато мы забрались достаточно далеко, чтобы запустить старый военный генератор и зажечь у Фэшки. А потом что? Там внизу, на подземной парковке, хуева туча зараженных. Чудом выбрались оттуда. А по пути наверх на Джонаса обрушилась часть стены. Вы не против, если я попробую? Лучше забудь. Не стоит оно того, чтобы ты кончил, как я. Или даже хуже. Да, но я обещал попробовать. Вот, возьми. Если не погибнешь, они тебе пригодятся. Мы туда точно не вернемся. По крайней мере, этой дорогой. Спасибо. Слышишь эти звуки снизу? Этот вой. Ага, будто павлины хором «Халлилуйя» поют. Это крикуны. Сами не нападают, но их вой привлекает других. Думаешь, что уже все чисто? И тут раз — толпа зараженных. Хара меня пугачил! Давай как-нибудь вернем. Подождем еще пару минут и в путь. Уже будет относительно безопасно.
Кажется, это и есть тот военный склад, о котором говорил Хуберт. Нужно осмотреться. Yeah!
Фильтры. Их всегда не хватает. Ловкачу пригодятся. Похоже, я наткнулся на сокровище. Бутылка коньяка Ризенглори. И сигары. Кубинские, судя по надписи. Кажется, все ценное я взял. Пора валить отсюда. Ты нашел тайник? Да. Спасибо за отмычки. Но почему вы все еще здесь? Это он? Да. Он был так любезен, что доставил нам товар. И избавил от хлопот. Хорошо. Итак, откуда ты об этом узнал? От одной пташки. А тебе что? У этой пташки не была сломана ножка? Откуда ты знаешь? Это я ее сломал. И зачем? Хуберт хотел оставить всю добычу себе. А ловкачу сказать, что ничего не нашел. Попросил нас помочь. Но мы решили, что рукожопый Хуби не нужен. И ты нам тоже больше не нужен. Отдай ее нам. Трое на одного? Хороший расклад. Пересчитай. Уже посчитал. Итого 5 трупов. Убить, забрать товар. И куда? Эй! Помогите мне с этим ебланом! Попробуй увернуться, Спида! Папа!
Как нога? Не лучше. Но она заживет когда-нибудь. О, прекрасно. Что-то не так? Я тут встретил бандитов, о которых ты говорил. Они рассказали, что ты хотел кинуть ловкача. Ладно. Шило в мешке не утаишь. Но слушай, я хотел так сделать всего один раз. Ловкач никогда не узнал бы. Зачем красть у человека, который дает тебе работу? Слушай, я едва свожу концы с концами. Я решил, что хоть разок сделаю вид, что он навел меня на ложный след, и заберу все себе. Может, на этот раз я немного поторопился. А бандиты? Я решил, что с засадой все будет выглядеть правдоподобнее. Не ожидал, что они набросятся на меня. Это значит, что я дурак, да? Похоже на то. Как можно верить шайке воров? Плохо выходит, когда жадничаешь. Я не жадничал. Я просто... просто отчаялся. Теперь нога сломана, и я не знаю, когда опять смогу работать. А что вообще с ними случилось? Они попытались меня убить, но не смогли. А добыча, ты до нее добрался? Я все забрал.
Умоляю тебя, ничего не говори ловкачу. Если ты это сделаешь, ты меня погубишь. Прошу, отнеси ему все, что нужно. Передай ему, что я вернусь в дело, как только заживет нога. Зачем ты вообще связался с этими прохвостами? Сначала они показались мне вполне вменяемыми. Согласились помочь за небольшую долю. А затем они пришли с этим психом Клаусом. Проклятие! Какой же я дурак! Я сам напросился! Не говори ловкачу! Пожалуйста! Я над этим подумаю. Послушай, друг, без работы я умру с голоду. Я ни за что не поступлю так еще раз, клянусь. Не смеши меня. Думаешь, после всего этого я тебе поверю? Поверь мне, я усвоил этот урок. Я никогда больше так не поступлю. Посмотрим. Мы живы, а остальное ерунда. Я требую встречи с Карлом. Уходи, Нерис. Эйден, что у тебя? Во-первых, я нашел вот эти фильтры. Хорошо. Не скажу, что я на седьмом небе от счастья, но я смогу их выгодно продать. Как насчет этого? Бутылка коньяка и коробка сигар? Это уже кое-что. Я так и знал, что на военной базе найдется что-нибудь ценное. Ну что, Урбан, есть у меня нюх на хорошие вещи? Ха, еще какой. Кстати, а что там с Хубертом? Он пытался меня кинуть? Хуби хотел тебя кинуть. Что ты сказал? Хотел сказать, что ты навел его на ложный след и забрать добычу себе. Нанял бандитов для вида, но они кинули его и сломали ему ногу. Да ты что? А ты жестокий малый. Мне это нравится. Что? А рукожопый Хуби... Знаешь, как говорят? На бога надейся. Но ногу сломай. На всякий. Гутен так. Что? Этот псих работает на тебя? Ну, два решения лучше, чем одно. Ты хотел меня убить? Кто говорит об убийстве? Я только велел Клаусу забрать добычу, но иногда он может и перестараться. Ты козел! Да ладно, не пыли. Глянь на Клауса. Он не злится за то, что ты убил его друзей. Естественный отбор. Ты просто оказался лучше них. В конце концов, ты мне помог. Я не знал, как добраться до Хуби, но появился ты. Я дождался твоего ухода и наведался к нему. Что ты с ним сделал? У него ужасно болела сломанная нога, потому я сломал вторую. Для симметрии. Вот что бывает с теми, кто пытается кинуть ловкача. Наверное, но это не слишком. Ну... Прыгать по крышам, как газель, он не сможет, но стать профессиональным армрестлером вполне.
Но он настоял на том, чтобы я передал добычу тебе. И что? Единожды солгавший? Дуралекс, Седлекс, мы живем в жестокое время, и законы должны быть такими же. Он уже получил свое и сказал, что больше не будет. Конечно. Представляешь, сколько народу кинул рукожопый? Людей, которые просто пытаются выжить. Которым нужно кормить свои семьи. Он уже очень давно напрашивался. Он получил по заслугам. Больше он не будет никого кидать. Помни об этом. Правило есть правило. Когда весь мир рушится, они особенно нужны. Без них мы ничем не лучше стаи крыс. И ты называешь это правилами? Твоими правилами? Тебе это с рук не сойдет. Карл обо всем узнает. Карл? Меня он не тронет. Я слишком много про него знаю. Я обо всех слишком много знаю. Даже Лукас уважал меня. Как думаешь, кто его убил? Барни? Софи? Барни и Софи просто дети, играющие в песочнице, слишком большой для них. С другой стороны, они те еще отморозки. Никто не знает, что могло прийти им в голову. Но одно я знаю точно. Любопытство сгубило кошку. Спасибо за заботу, но она мне не нужна. Гордый, мне это нравится. Я сразу заметил твой потенциал. Но я должен был выяснить, что ты из себя представляешь. И как я справился? Ты точно не промах. Лучше мне не поворачиваться к тебе спиной, а то мало ли. Но тебе еще есть чему поучиться. Ты слишком много думаешь. Это не мир для святого. Для мученика, возможно, если тебя убьют. Зато у меня будет чистая совесть. Чистая совесть? Вундербар. Здесь ни у кого ее нет. И у тебя тоже, раз ты еще жив. Верно? Что ты задумал, пилигрим? От чего ты бежишь? В следующий раз найди себе другого простофилю. Гордый, это хорошо. Еще встретимся, Эйден. Чертовы ультрафиолетовые лампы.